Мне часто говорит молодежь, да что там у вас такого было в СССР? Как можно ностальгировать по этому совковому детству? Серость, все одинаковые. Не весело ж было. Не понимает молодежь, как мы жили тогда в СССР и какое было у нас детство. Ты помнишь, дружище, вьетнамские кеды? Коленную выпуклость детских колгот. Настольный хоккей у блатного соседа. Дай Боже мне память. Какой это год? А помнишь те вязаные рукавицы? Да-да, на резинке из старых штанов. Родителей наших счастливые лица. Гагарин, Харламов, Блохин, Моргунов. Ты помнишь, мы жвачку жевали неделю, на ночь в холодильник ее положив? Ты помнишь орленок? Вот это был велик. Разбит он до наших детей, не дожив. На школьном дворе, помнишь, лихость былую? И первый с ночевкой в палатках поход. И помнишь, решались мы на поцелуи. Дай Боже мне память, какой это год. Так если ты помнишь, вон душу на плаху. Какая Европа, Америка, блин. Несчастное детство? Идите вон. Счастливей не будет уже у меня.